Может, заплачу свой штраф. В этом месте мне как-то не по себе. Мы ищем одну женщину, не местную. Она редгардка, как и мы. Да. Прощай. Нужно что-то? Да. Ты еще откуда? А ты еще откуда? Будешь знать. Кто там?
тебя сделаю. Я! О! А ты еще откуда? Люди тут нервные, а от этого и я нервничаю. Глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало... Прими один совет. Не слушай, что болтает скульптор лиц в буйной форме. Прочь с дороги. Да, госпожа. Добро пожаловать в крепость. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду.
Тебе говорить рад, в Рифтоне? Добро пожаловать в Рифтон. Надеюсь, закон. Дорога была гладкой. Да, госпожа. Доброго тебе пути. Боюсь, как управитель Рифтона. Хорошо. Я мало что могу для если тебя Рифтон сделать. Если Рифтон падет, будет правильнее, все. Если его глава уцелеет. Тебе будут рады в Рифтоне. Как Хускарл Ярла Лайвы. Я прошу держаться от нее была на почтительном прости расстоянии. Меня за несобранность, я но я сейчас провожу пусти. Очень ответственный эксперимент. Так, ну и куда подевались эти пауки? Если ты здесь, чтобы если донести ты до нас по городским делам, ты зря. Если знаешь, клинок ударился. К слову, если тебя не затруднит. Спасибо. Если можно, поскорее. С каждым, кто знает. Какое счастье, что мама всегда. На вещи трезво. Если бы мой братец Серланд взял верх, явились мы бы уже развешивали имперские потому флаги. Потому что я сделал то, что никто в этом кровью пропитанном доме войны не решался. Встал и высказал то, что думаю. Я осмелился сказать правду об империи и сказать о лжи. После этого так что думай, что говоришь, друг. Тут далеко не каждый простит тебя словами. Ульфрик, он поднял восстание против тех, кто хотел извести поклонение Талосу. И сделал это своим боевым кличем. Может, это и благая цель, но сам он — обманщик. Им движет только желание захватить трон. Ладно. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Чем могу служить? Я управитель Ярла. Я считаю, что цели Ульфрика достойные, но в первую очередь меня заботят жители Рифта. Они и так-то... Мое сердце болит за них. Будь в казне побольше средств, цель Ульфрика и братьев Бури — выдворить войска Империи... Многие взяли в руки оружие и отдали жизнь. Тебе, конечно, этого одним из услуг. Для многих это было оскорблением. Мы все... Она одна из самых... К несчастью, отлавливать их нелегко, но я верю. Мавин не успокоится, боюсь, пока не избавит город я от управитель. Этой напасти. Я также решаю... В последнее время все силы уходят на борьбу с этими нелепыми слухами. Кое-кто болтает, будто Ярл и пальцем не шевельнет. Уверяю тебя. Это злостная ложь. Мы полностью все контролируем. Как Хускарл, Ульфрик настоятель. Он берет империю. И я не успокоюсь, пока Ульфрик... Да. Еще у нас... По большому счету, я последняя линия обороны Ярла. Тебе будут рады, и я буду защищать ее любой ценой. У нас была назначена встреча. Если... Yes. Прости меня за несобранность, но я сейчас провожу очень ответственный эксперимент.
Что привело тебя к Бальмунду сегодня? Хочешь что-то починить? Вот бестолковый лентяй, а? Отсюда до крепости рукой подать, а он тебя гоняет. Чудес. Вот меч. Передай Харальду, чтобы перестал воевать со стенами. Тогда и меч не попортит. Убей надежную броню, еще внукам ее оставишь. Погляди. Хочешь быть как я? Хорошо. Здесь продают и покупают лучшие украшения. Ничто не сравнится с тем, как пахнет раскаленный добела клинок, а? Хочешь жить долго? Зачем рисковать? Чудесные безделушки и сверкающие самоцветы. Купи надежную броню, еще внукам ее оставишь. Здесь продают и покупают лучшие украшения. Поглядывай в небо и будь настроен. Как Хускарл ярла Лайлы, я прошу держаться от нее на почтительном посту. Нельзя было как-нибудь побыстрее обернуться? Вот тебе за труды. Представляешь, этот придурок на всю площадь готов вопить о своей любви к Империи. Он считает, нам надо не обо... Он предатель. Ясно, как дважды два. Будь у меня власть, он бы отправился на виселицу за свою любовь к Империи. Добро пожаловать в Рифтон. Надеюсь, дорога была гладкой. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Ярл объявил награду тому, кто победит дракона, наводящего ужас на окрестности. Вот. Доброго тебе. Здесь все... Взгляни. Матушка, сколько еще мы будем терпеть бредни? Боюсь, как у правителя Рифтона, я мало что могу что мне для тебя сделать. Повесить Но его за измену? Все. Не Он таи. Же твой брат, Харальд. Я за тебя боюсь, матушка. Кто знает, с какими мерзавцами. Если ты здесь, чтобы донести до нас сведения о взятках и недостойном поведении, ты знаешь, что мы относимся Хватит. К таким слухам соответственно. Анурель, тебе будут рады, Рифтоне. Да, госпожа. Мне сообщили, что в нашем городе появился яд, называемый скума. Что ты об этом знаешь? Я полагаю, что это клевета, которую... Ты здесь по официальному делу? Чтобы ослабить доверие. Так ты знаешь пару за... Даю настоящий эликсир из крови Фаунера. Мой муж без рано или поздно меня доконает. Септи, мы привет, боль. Я больше как не могу здесь. Отмена. О, спасибо. Хотя я бы предпочел да стать на якорь боги поближе к поместью Злата. Недавно в городе, да? Небось, рыбалка интересуется. Рада видеть тебя. А почему ты родишься? Ты тут тоже недавно, да? Поеду и проверю, насколько она права. Могу я предложить тебе отменные товары из Моровинда? Осторожнее на дороге. Рад тебя видеть. Наконец, Климик носит им наверх продукты раз в несколько. А в остальном они вроде бы тихие люди. Честно говоря, я мало что про них знаю. Ты будешь весь день пялиться или все-таки купишь броню?
Я научу тебя эффективно использовать легкие доспехи и быстро работать ногами. Возвращайся, когда у тебя будет больше золота. Пейте Фалмер Сикр. Если есть что будешь пить? Мед, вино? Если драконы и правда вернулись, что же с нами со всеми будет? Неужто это конец? Добро пожаловать к нам снова. Чем могу помочь? Я ее встретил по традиции черноту. У меня уже есть золотое кольцо, но в него нужно Я очень на это надеялся. Но как-то было неудобно тебя об этом просить. У нас с тобой никаких дел нет, так что проваливай. Нужно что-то? У нас с тобой никаких дел нет. Заняться делами. Зачем нанимать обычных солдат, если совсем рядом мастер тайных искусств? Недавно в городе. Рыбачить на озере Хонрик одно удовольствие. Я продаю свой... Только в Маркарте пока. Если тебя туда занесет, буду крайне признателен, если ты передашь ему договор купли-продажи. Не бесплатно, естественно. Хорошо. Как только отдашь письмо Клепу, он тебе заплатит. Да, полагаю. Нищета наводняет улицы. Преступники разгуливают на свободе. Угроза войны заставляет торговцев сворачивать дела. Рад видеть, что у тебя заварил котелок наконец. Хочешь заработать деньги? Могу я предложить тебе отменные товары? Ты хочешь что-то продать? Да вот, погляди. Осторожнее на дороге. Мой муж Берси рано или поздно меня доконает. Он слишком много беспокоится о Рифтоне. Приветствую, дорогой друг. Не желаешь... Да вот, погляди. Именно. Достав тебе. Не хотелось бы помочь мне спасти для своего следующего творения. Мне нужен небольшой перечень предметов. Два безупречных сапфира. Работу в рыбном порту. Я уж думаю, что зря уехал в Монфолда. Золотой руды. Не думай, что со мной можно торговаться, как с этими проклятыми человеками. Читайте чужие мысли. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Прошу, чем могу тебе? Если тебе нужен ночлег, то ты не по адресу. Ночлежка не гад... Работаю с тех пор. А теперь я вынуждена тут жить. А эти свиньи... Дело не в раб... Ты в курсе, что... Как же мне хочется заставить... На самом деле, после занятий, если ты предъявишь ей сразу три знака... О, это... Тебе нужно получить... А потом просто покажи их Хельге, и увидим, что будет. И на что я... Лис, попытайся добыть эти знаки, не применяя насилия. Я не хочу быть виновной в их смерти. Или в твоей.
башне света тьмы. К югу-западу от города происходит что-то зловещее. Ну что, договор куплен. Не имею ни малейшего представления, о чем это ты. Я... Что тебе нужно? Я не понимаю. Слушай, просто забери эту проклятую штуку. Глаза б мои ее больше не видели. Не забудь закачать. Эй, не смотри на меня так. Кто ты, чтобы меня судить? Я? У меня много дел. Мавен Черный Вереск велела, чтобы... С тех пор... А чем больше дохода у медоварни, тем больше... Мавен любого в Скайриме может продать или... При дворе ей... Советую также не злить ее. У нее нас... Что за безумие? Как ты смеешь меня в таком обвинять? Если пойду, забирай знак, если хочешь. Не стоит он всех этих неприятностей. Ладно. Извини, ты немного не вовремя. Моя сестра Лилия покинула нас. Она была девой Бит. Недавно нам сообщили, что она погибла. Вообще-то хорошо, что у меня столько дел на медоварне Черный Вереск. Нет времени печь. Вообще-то да. Мы партнеры с Мавен Черный Вереск. И пока что дело... Может, мое имя и не значится на вывеске, но в... Мой отец... Мать, жрица Талоса, она заботится, не стоит думать. Просто мне кажется, что я не уверен, что цель... Я хотел бы, чтобы эти мои слова остались между нами. Меньше всего я хочу, чтобы мои родители лишились и второго ребенка. Говорит Мара, приятно было с тобой поговорить. Из моей крови. А, да что он понимает? Да. Ладно, теперь я вернусь к работе. Добро пожаловать. Позволь посоветовать работать на... Да вот, как раз на той неделе мы говорили на медоварне. Как же нам повезло работать на такую щедрую семью. Ладно, слушай. Если узнаешь, что я хоть одно неласковое слово сказал про медоварню или про семью, мне не жить. За этот год я уже четвертый, кто работает за дегустационным прилавком. Предыдущие три на дне озера Хонрик. Послушай моего совета и уноси ноги из Рифтона поскорее. Госпожа Мавен несколько десятков лет разрабатывала рецепт черноверескового меда. Она использует свежий мед из поместья Златоцвет и тайную смесь приправ. Мед выдерживается в особых бочках для пущего вкуса и аромата. Говорят, первый глоток самый сладкий, но возьми флягу и увидишь, последний глоток не хуже первого. Проклятие. У меня плоховато получается. Слушай, только не говори Мавен, а? Я так старался, чтобы звучало естественно. Если она увидит, какой я дурак, она меня уберет. Уволит, конечно. Оговорился. Возвращайся к нам еще. Надо лошадей подковать, так что давай быстрее.
ты о чем говоришь? Мне не нужно. Если тебе так нужен этот знак, то забирай. До встречи. А ты еще откуда? Выбираешь время, чтобы заблудиться, товарищ. Лучше беги, тогда я ударю тебя в спину. А ты еще откуда? Глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы... Кто там? Будешь знать. В чем дело?
Не стоило сюда приходить. Надо двигаться быстрее. Солнце не очень-то полезно для моей кожи. Ну, надеюсь, ты понимаешь.
почему бы тебе не подойти к моей оружейной палатке на рынке? Или тебе вот настолько не терпится позаниматься? Если тебе нужен ночлег, то ты не по адресу. Тебе что-то нужно или как? Что? Откуда? Откуда это у тебя? Нет, молчи. Знать не хочу. Давай это останется строго между нами, ладно? Никому не нужно говорить. Если пойдут слухи, что я в Рифте не занимаюсь искусством Дибеллы, меня из города вышвырнут. Вот, забирай. И никому ни слова, особенно с Ваней. Эту развалюху все зовут ночлежкой Хельги. Можно ли тут остановиться? Нет. Ночлежка для простых работяг? Тут тебе никаких роскошеств. И на что я надеялась? Тебе удалось? Прошу прощения за беспорядок. О, я знаю. Великолепно, правда? Готова спорить, она задергалась почище злокрыса, когда их увидела. Думаю, теперь здесь все заметно поменяется благодаря тебе. Вот, возьми это, пожалуйста. Это принадлежало моему отцу, но ты, думаю, найдешь этому применение. Иди, конечно. Тебе же на все наплевать. Нужно что-то? Да? Добро пожаловать в крепость Миствейл. Я боюсь, как управитель Рифтена, я мало что могу для тебя сделать. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Тебе будут рады в Рифтене, покуда ты соблюдаешь наши законы. Добро пожаловать в Рифтен. Надеюсь, дорога была гладкой. Если ты здесь, чтобы донести до нас сведения о взятках и недостойном поведении, чем знаешь, что мы относимся к таким случаям соответственно. Говори, я хочу знать обо всем, что беспокоит моих подданных. Доброго денечка. Тебе будут рады в Рифтене, покуда ты соблюдаешь наши законы. Да смотри в оба. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. Да хранит тебя Талос.
Сейчас в городе все спокойно. Но после захода солнца лучше быть начеку. Когда-то городом правила гильдия воров. Теперь они не явились позлорадствовать, да? Поглумиться над младшим сыном Ярла. Добро. Боюсь, как управитель Рифтона, я мало что могу для тебя... Но говори все, не таи. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Я управитель. Если ты здесь, чтобы донести до нас сведения о взятках и недостойном поведении... Добро пожаловать в Рифтон. Относимся к таким слухам. Надеюсь, дорога была гладкой. Тебе будут рады, Рифтон. Явились позлорадствовать, да? Откуда ты поглумиться над младшим сыном Ярла. Как? Ладно. Ты здесь по официальному делу? Я слежу за тобой, учти. У нас была назначена встреча. Прости меня за несобранность, но я сейчас провожу очень ответственный эксперимент. Да, мне бы помощь не помешала. Взять помощника? Нет-нет. Завести собаку? Явно не поможет. Да и грязи слишком много. Ладно. Так или иначе, организованность не самая сильная моя сторона, мягко говоря. Мне пригодится любая помощь. Кстати... Если ты мне добудешь кое-какие вещи, я смогла бы начать следующую серию опытов. Нетрудно догадаться, что я частенько забываю вещи. Оставляю, где попало. Давно пора бы научиться не разбрасывать свои вещи. Сейчас мне нужны моя двемерская ложка-мешалка, мой слиток орехалка и мой великий камень-душ. Сейчас это значит немедленно... Скорее принеси мне эти предметы, и я с радостью поставлю опыты на тебе. Нет, не совсем так. Я с радостью вознагражу тебя. Отлично. Жду не дождусь. Так, почему ты все еще здесь? А, правильно. Тебе нужно знать, где искать. Это будет полезно. Так, ну и куда подевались эти пауки?
Я тебя помню. Что же это было? А, тебе надо было что-то для меня раздобыть? У нас была назначена встреча? Нет. Это была доставка? Я не помню. Я тебя помню. Что же это было? Добро пожаловать в Рифтон.
Надеюсь, дорога была гладкой. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Я управитель. Я также решаю... В последнее время все силы уходят на борьбу с этими нелепыми слухами о продажности в замке. Тебе будут рады. Если ты не по городским делам, ты зря тратишь мое время. Прочь с дороги. У сына Ярла нет времени на пустую болтовню с путешественниками. Thank you.
обожженном молоте есть отличные клинки, если ищешь новое оружие. Дракон напал на рощу Кин. Почему? Почему там? Неужели нигде не безопасно? Все хорошо, надеюсь. А вообще говоря, может, это я, Девакин? Только я этого еще не знаю. Что-то не так? Эх, глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. В башне света тьмы к юго-западу от города происходит что-то зловещее. Говорят, там обосновались некроманты. Нужно держать ухо востро. Проклятые драконы могут броситься на нас в любой момент. Подвести. Я могу отвезти тебя в столицу любого. Ну, куда едем? Встречи. Моя повозка самый безопасный. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливай.